Региональный форум «Берестейский диалог» в городе над Бугом первый, как отмечают организаторы, точно не последний. Обсудить важные вопросы, которые касаются каждого белоруса, в Бресте собрались представители разных общественных объединений, преподаватели университетов и эксперты в сфере законодательства и права. Разговор между участниками и экспертами шел о возможных поправках в избирательный кодекс, расширении полномочий власти на местах, введении должности уполномоченного по правам человека. Мы все объединены общей целью – выслушать друг друга, понять и, повторюсь, наметить те точки, от которых можно дальше двигаться в направлении развития Беларуси как страны действительно для народа, для мира, для жизни будущего наших детей. К слову, и сейчас любой желающий может направить свои предложения по оптимизации Конституции в парламент Республики Беларусь. Данные эти есть в открытом доступе. Можно пользоваться как электронной формой, так и более привычными для людей старшего поколения официальными, так сказать, каналами документооборота. Все это сейчас возможно. И повторюсь, на мой взгляд, диалог о будущем можно строить только на основании основного закона страны. То есть речь не идет о каком-то забалтывании проблем. Скорее наоборот, речь идет об их выявлении и поиске путей решения. Обсудить вопрос изменений, связанных с конституционной реформой и партийным строительством в Беларуси, такой целью задались участники мероприятия. В диалоге принимали участие как представители власти, так и люди с альтернативным мнением. Ведь только таким образом можно прийти к единому решению. У нас есть идеи, мы еще в прошлом году обсуждали с противниками аккумуляторного завода необходимость проведения реформы Конституции, потому что мы увидели вот огромную проблему. Все разговоры о конституциях, о реформах ведутся только с точки зрения изменения баланса властей, переноса каких-то полномочий. А, к сожалению, граждане очень ограничены в возможностях защищать свои права и в возможностях как бы народовласти. Вот это я хочу высказать сегодня на этом мероприятии, что очень важно, чтобы были реальные механизмы защиты людей. И люди у нас уже достаточно грамотные, умные люди в Беларуси, они достаточно самоорганизованные. И поэтому масса вещей, которые должны работать. Такие площадки – это не просто возможность поговорить. Цель диалога – обозначить проблемы и попытаться найти варианты их решения. По итогам дискуссии эксперты проведут анализ мнений, после чего сформируют пакет предложений, который позже будет обобщен юристами и вынесен на общественное обсуждение.